Приветствую всех зрителей. Я уже давно заметил, что многие люди пишут в комментариях о том, что происхождение вечной мерзлоты в какой-то мере обязано метангидратам, согласно распространяемым некоторыми альтернативщиками предположениям и гипотезам. Я не буду детально описывать химическую формулу метангидратов, а только скажу, что они представляют из себя замороженный с водой газ метан, или правильнее сказать, замороженную смесь льда и метана. Проще сказать, что газовый гидрат – это тот же лед, но только с замороженным газом. Сразу же скажу, что я считаю, что метангидраты не являются причиной образования вечной мерзлоты, а как раз наоборот, они являются следствием образования оной. Но суть гипотез с метангидратами в том, что огромная волна в виде цунами накрыла почти всю Восточную Сибирь. Ну, причин ее образования называется несколько, что в принципе не столь важно для данного повествования, и детали образования этой волны мы пропустим. Скажу только, что среди основных причин называют переворот Земли по принципу кувырка Джанибекова, падение в Северный Ледовитый океан космического тела и тому подобное. Но давайте все же вернемся к самой волне. Так вот, альтернативщиками предполагается, что эта волна цунами захватила с собой нижний придонный слой морских отложений с метангидратами в Северном Ледовитом океане. Но стоит отметить, что сам факт такого процесса, как сдирание, это фактически было именно сдирание придонных осадков такой крупной волной, стоит под очень большим вопросом, так как метангидраты не могут находиться в стабильном состоянии на глубинах менее 400-500 метров в зависимости от температуры придонной воды. И таким образом эта волна цунами должна была как бульдозер захватить грунт на глубинах более 500 метров, ну, что в принципе очень сложно осуществить в реальности. Но хорошо, пусть оно так и было, как предполагает довольно-таки большое число альтернативных историков. Так вот, эта волна принесла океаническую воду с морским грунтом и метангидратами на сушу, где вследствие падения давления метангидраты начали распадаться на воду и метан. Ну, падение давления не атмосферного, а уменьшение давления именно на метангидраты, которые до этого находились в относительно стабильном состоянии под толщами океанической воды на глубинах в несколько сотен метров. Ну а попав на сушу, они и начали распадаться с огромным поглощением тепла, что привело к заморозке соседствующих с ними глины и воды в слое в сотни метров толщиной, образовав таким образом слой вечной мерзлоты в Восточной Сибири. Ну, как правило, при такого рода предположениях вообще никаких расчетов не приводится, а просто пересказывается от одного человека к другому постулат об огромном поглощении тепла при распаде метангидратов, которые вследствие резкого уменьшения давления, как я уже говорил, начали распадаться, поглощая тепло, то есть замораживая все вокруг себя. Простыми словами, распад метангидратов приводил к заморозке смеси океанической воды с разного рода глинистыми осадками толщиной даже более 500 метров. Ну что же, давайте теперь от описания самой гипотезы перейдем к делу и попробуем оценить то тепло или ту энергию, которая необходима для распада газ-гидратов на воду и газ. Я решил взять одну из геологических книг, где вопрос распада метангидратов рассмотрен в деталях, а именно я взял книгу Воробьева и Малюкова, которая называется «Газовые гидраты. Технология воздействия на нетрадиционные углеводороды». В этой книге я и нашел информацию о том, сколько энергии необходимо для того, чтобы произошел распад метангидрата. И как вы можете видеть на экране, то необходимо примерно около 0,5 мегаджоулей на 1 килограмм метангидрата. Но я хотел бы отметить, что это максимальное значение для метангидратов. И интересно то, что здесь же приведено значение энергии, необходимой для плавления 1 килограмма льда, обычного льда, замороженной воды. И оно составляет 0,34 мегаджоулей на килограмм. То есть обычный лед при плавлении забирает больше половины энергии, необходимой для распада метангидрата.
Но, как мы хорошо все знаем, при плавлении льда окружающее пространство не замораживается. Хотя энергии для плавления 1 кг льда необходимо больше, чем энергии для плавления 1 кг железа. Ну, возмущенные зрители сейчас начнут говорить, что как это так, ведь для плавления железа целые печи делают. Но я имел в виду именно энергию, необходимую для фазового перехода из твердого в жидкое состояние, а не энергию, необходимую на нагрев металла до температуры плавления. И еще один пример: для того, чтобы растопить 1 кг льда, необходимо столько же тепла, сколько требуется, чтобы нагреть 1 литр воды на 80 градусов, так как теплоемкость воды 4,2 килоджоуля на килограмм на 1 градус. Проще говоря, необходимо 4,2 килоджоуля энергии для того, чтобы изменить температуру 1 литра воды на 1 градус. Ну, напомню, что литр воды равен 1 килограмму при комнатной температуре. Ну, в принципе, на сравнении энергии, потребляемых распадом метангидратов и плавлением обычного льда, можно было бы и закончить это повествование о несостоятельности метангидратной гипотезы происхождения вечной мерзлоты. Но мы все же пойдем дальше, чтобы капельки сомнения не оставить в правоте наших предположений. Добавлю только, чтобы вы лучше поняли смысл всех этих цифр, что та же самая энергия, которая необходима для плавления льда, будет выделяться при замерзании воды. Ну теперь давайте попробуем посчитать, сколько нам необходимо метангидратов той предполагаемой волне цунами, которая при распаде метангидратов самозаморозилась на поверхности Восточной Сибири, образовав вечную мерзлоту. Я не буду приводить расчеты в деталях в этой части видео, так как большинству зрителей они не будут понятны и интересны. А тем, кому интересно, могут увидеть сами расчеты в деталях в конце видео. В общем, поверьте мне на слово, что для того, чтобы заморозить 100-метровую толщу пород ледяного комплекса, будет необходимо в среднем иметь в этой 100-метровой толще около 40 метров и более самих метангидратов. И это при условии, что их распад фактически будет моментальным, что в принципе невозможно. И еще одно условие: понижение температуры будет только до минус 2 градусов, то есть до заморозки морской воды. А ведь все хорошо знают, что даже обычный лед не тает мгновенно, а нужно время для его таяния при низких температурах. И все знают, что температура вечной мерзлоты ниже минус 2 градусов мороза. Почему при низких температурах я решил просчитать, а не при высоких? А потому, что если мы даже возьмем большую температуру, тогда в 100-метровой толще изначальной смеси морской воды, грунта и метангидратов, метангидраты должны будут занимать еще больше места, так как для понижения температуры этой смеси на каждый градус нужно дополнительно поглощение тепла, которое и компенсируется увеличением количества распадающихся метангидратов. А теперь самое главное, смотрим на картинку на экране. И что мы видим? А мы видим метангидрат на научном корабле, в наземных условиях, фактически в комнатных условиях, и, о боже, он не распадается мгновенно, а лежит себе покрывшись ледяной корочкой и в ус не дует. Так вот, метангидрат не распадается мгновенно, как и не тает лед мгновенно. А это однозначно исключает замораживание вечной мерзлоты метангидратами. Или же, правильнее сказать, полностью исключает распад метангидратов из основных причин резкого замораживания вечной мерзлоты. Вдобавок только скажу, что распад метангидратов никак не мог заморозить вечную мерзлоту до значения более минус 10 градусов. Так как в этом случае нам будет необходимо огромное количество метангидратов. К тому же хорошо известно, что для быстрой заморозки тушь мамонтов температура должна была быть намного ниже минус 10 градусов мороза. А такого рода низкие температуры в свою очередь делают фактически невозможным процесс быстрого распада метангидратов даже при их нахождении в поверхностных условиях при давлении в 1 атмосферу. Дальше больше. При температурах около нуля в нижних частях волны распад метангидратов должен был бы прекратиться из-за высокого давления воды и грунта на них.
А точнее, распад гидратов, возможно, и не должен был бы начаться там. И еще, для того, чтобы образовалась такая огромная волна, нужна очень много энергии. А для того, чтобы она еще и захватила с собой придонный грунт, нужна большая скорость, при которой заморозка бегущей волны с грунтом за счет распада метангидратов в движении почти невозможна. В случае же, если совместно с образованием такого рода цунами произошло смещение Сибири к северу и резко упала температура воздуха, то распад метангидратов в таком случае мог даже и не начаться, так как при очень низких температурах они более или менее стабильны. Но вывод напрашивается сам собой и может быть только один. Метангидратная гипотеза не выдерживает никакой критики и должна быть забыта альтернативщиками. Я думал даже отключить комментарии к этому видео, но все же решил их оставить, чтобы зрители могли высказать свое мнение по этому поводу. Ну, как итог, могу сказать или повторить то, что я сказал в самом начале видео. Метангидраты не являются причиной возникновения вечной мерзлоты, а являются следствием возникновения оной. В принципе, это уже и так понятно, согласно сказанному мной ранее. Ну что же, а теперь обещанные расчеты касательно влияния метангидратов на образование вечной мерзлоты. Для начала давайте определимся с температурой воды в Северном Ледовитом океане, которая сейчас составляет в пределах 2 градуса Цельсия, но она в прошлом должна была быть больше. Ну давайте хорошо оставим 2 градуса для чистоты эксперимента, хотя даже сейчас летом она прогревается до 6 градусов тепла. Хорошо, оставим все же эти 2 градуса и идем дальше. И берем температуру заморозки соленой морской воды, которая примерно минус 1,8 градуса, ну что мы можем округлить до минус 2 градусов мороза. В общем, только до заморозки волны с глиной нам необходимо понизить температуру этой смеси на почти 4 градуса. Ну, кстати, при заморозке воды выделяется много тепла, как я уже говорил ранее, а именно столько же, сколько необходимо для плавления льда, то есть 340 килоджоулей на 1 литр воды. Для изменения температуры 1 килограмма воды на 4 градуса нам нужно 16,8 килоджоулей энергии забрать у воды, так как ее теплоемкость 4,2 килоджоуля на 1 килограмм на 1 градус. А учитывая то, что при замерзании 1 литра воды выделяется 340 килоджоулей энергии, кстати, именно та энергия, которая выделяется при фазовом переходе воды из жидкого в твердое состояние, то в сумме мы получим 340 плюс 16,8, что равно при округлении 357 килоджоулей. Таким образом, получается, что распад 1 килограмма метангидратов не способен заморозить даже 2 литра воды. Теплоемкость глины, присутствующая в этой волне, все же меньше, чем у морской воды, и нам нет необходимости менять фазовое состояние глины, так как она при этих температурах и так находится в твердом состоянии. Простыми словами, для заморозки глины нам необходимо поглотить намного меньше тепла распадом метангидрата, чем при заморозке воды, так как глина уже находится в твердом состоянии. А при соотношении воды к глине как 1:1 в составе вечной мерзлоты, то есть при 50% воды и 50% глины в породах ледового комплекса, процентное содержание воды в этих породах местами доходит и до 90%. Тогда давайте для упрощения решим, что в 1 килограмме смеси воды с глиной они представлены поровну по массе. Тогда для заморозки 1 килограмма воды с глиной нам будет необходимо разделить 357 на 2, и мы получим 178,5 килоджоуля энергии, которые должны будут поглотиться распадом метангидрата, плюс около 7 килоджоулей на килограмм для уменьшения температуры глины на 4 градуса, что в итоге даст нам 182 килоджоуля на 1 килограмм, если мы возьмем только полкилограмма глины, так как остальные полкилограмма будут водой. Ну, грубо говоря, в этом случае распад 1 килограмма метангидратов при средней энтальпии около
460 килоджоулей на 1 килограмм. Ну а возможные значения этой энтальпии находятся в таких пределах, как 420 минимум, 500 максимум килоджоулей на килограмм. То есть может быть даже и ниже. Ну хорошо, в случае со средним значением 460 килоджоулей на килограмм. 1 килограмм метангидратов может теоретически заморозить примерно 2,5 килограмма глины с морской водой. Повторюсь, что распад 1 килограмма метангидрата может заморозить только 2,5 килограмма глины с водой, даже если вся эта энергия при распаде метангидрата будет поглощена почти мгновенно. То в 100-метровой толще морской воды с глиной и газгидратами должно быть изначально более 40 метров метангидратов, так как плотность глины и морской воды больше плотности метангидрата. Отмечу еще, что 40 метров представляет из себя минимальное значение, а теоретически должно было быть больше. В общем, чуть ли не половина той волны должна была бы быть отдана на метангидраты, которые должны были распасться моментально, а такое невозможно. Ну что же, на этом все. Не забывайте ставить лайк, если видео понравилось, и пишите свое мнение в комментариях. До следующей встречи!